Здорово всем! Добро пожаловать в Space Trader. Надеюсь, эта серия у меня хоть заснимется. Довольно-таки геморрой здесь со съемкой. Игра, ну, космический торговец, правда, она полностью на английском. Я не знаю, ой, осилию или я ее вообще. Так, The Three Faction, Chopper and Ray. И что тут? Это у нас компания челленджа. Ну ладно, компанию, а что еще остается? Пытался я найти русификатор, не нашел. Слушай, я не знаю, смогу ли я, конечно, тут переводить, если будет много текста, но... Частично-то понять смогу, правда. Ух ты, ёлы-палы. А тут смотри, сколько всяких ништяков-то болтается. Вы хотите знать? Да уж, пожалуй, я как-нибудь сам разберусь. Так, на нижнем этаже я видел ништяки, я хочу их. Так, ускорения здесь нету. Здрасте. Да, слушай, чувствую, здесь будет все довольно-таки плохо. Без хорошего знания английского в этой игре делать нечего. Что-то я так жопой чую. Любопытно. Детишки побаловались. Так. Фига это собираю, еще кто-нибудь не объяснил. Кому-то не повезло с ногами. Так. Greetings. Knight's doing business with you. What would you like to know? I don't believe my own two eyes. Gee, just as I was getting to know you. О, как оно. Ну, а камерой тут никак не поводить. Ну, прикольно. Так. Банк. Вот, блин. Earth. Earth. Ох, чувствую, здесь жопа будет. Seen you before? Good trading. Что вообще происходит? Ага, я в другом месте очухался. Ну ладно. Так. What can I help you with today? Не, народ, слишком много текста, реально, я не осилю это. О, тут еще и пострелушки есть. Серьезно.
Так, понятно. Слушайте, я понял, в чем прикол этой игры. Тут, да, надо переводить здесь весь текст по отдельности, блин. Жалко. Так. Боже мой, я его увеличивать могу, но это жесть какая-то. Давай на вторую сторону пойду, там спущусь. Или я с этой стороны пришел? Так, ну меня убили, по крайней мере. Это забавно. Так что мне надо сделать здесь. Мне его убить надо или чё? What can I help you with today? Thanks for taking the time. Теперь что? What have you broken today? Отпустите меня в Гималаи, я полететь куда-нибудь хочу. Можно мне улететь? Да, я на Луну хочу, только отсюда свалить. Not great. А я думал, видут покрасивее. Боже мой, вообще робот. Угу. Ну, что я могу сказать? Игра-то, народ, неплохо сделана, но здесь нужно знание английского. Переводить каждый раз. Здесь вся беда в том, что насчет перевода здесь есть проблема. Я не могу свернуть эту игру. Я бы попереводил, мне не проблема вот эти вот все тексты, но я могу их сфоткать, но я игру не могу свернуть. Вот в чем проблема. Сидеть пытаться вспоминать такое большое количество текста, да я вымотаюсь очень быстро. Вот, блин. Для первого взгляда, в принципе, хватит. Не знаю, если есть у кого-то русификатор, линканите, но реально в эту игру без русского играть, ну, это будет кошмаром просто. Просто тупо кошмаром. Если вы знаете хорошо английский, в принципе, я немного показал. Но, возможно, тут еще и торговля даже есть. Правда, которую я не знаю, где будет, но все-таки. Ладно, на этом я закончу, смысла дальше смотреть нету. Тут надо реально читать, вникать в описании, но без знания английского это невозможно сделать. С кем ты там разговариваешь, мужик? Всем удачи, всем пока.